Видеокамера с ночной подсветкой на 60 метров вперед и записью в разрешении вплоть до Full HD. В этом видео мы познакомим вас с видеокамерой DAHO с индексом DH-HAC HDBW1231 RAP-ZA. Посмотрим, что в комплекте, чуть подробнее изучим внешний вид и конструкцию, а заодно и главные технические характеристики. Отвлекаться на комплект долго не понадобится, вместе с самой камерой в коробке лежит лишь монтажный набор и краткая инструкция. Данная видеокамера относится к сегменту аналоговых решений стандарта HD-CVI, использующий коаксиальное подключение к соответствующим регистраторам. Камера выполнена в купольном форм-факторе, а металлический корпус защищен по стандарту IP67. По размерам не превышает 127 на 100 мм и весит 670 граммов. Панцирная конструкция самого корпуса обеспечивает не только хорошие антивандальные и противостихийные качества камеры, но и надежную фиксацию выставленного положения камеры. Ракурс обзора достаточно выставить один раз при монтаже, а провод питания и BNC-коннектор для коаксиального подключения можно вывести прямо внутрь стены. Под кожухом скрывается все самое интересное. У камеры DAHO моторизированный широкоугольный объектив с 5-кратным зумом. Матрица здесь на 2 мегапикселя и поддерживает запись видео в Full HD разрешении с частотой до 30 кадров в секунду. Поддерживается распознавание движений и ночная съемка с инфракрасной подсветкой до 60 метров. Подытожим, аналоговая видеокамера DAHO предназначена для систем видеонаблюдения с HD-CVI регистраторами и готова обеспечить высокое качество наблюдения в Full HD качестве. Дальнобойная ночная съемка и стойкость к погодным испытаниям здорово подкупают к выбору этой модели. Главное лишь убедиться, что ваша инфраструктура совместима с данной камерой.